У нас сегодня вторая неделя. Если вы помните, эта неделя мы молимся о наших детях, о наших внуках и, конечно же, о себе. Мое желание сегодня перед молитвой прочитать место Священного Писания. Это Псалом 77. Псалом 77, первые три стиха, 4. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей на их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей». Знаете, история прошедших лет, она очень поучительна. Она полна драгоценных жемчужин и опыта, и богата жизненными примерами. И Духу Святому было угодно побудить псалмопевца Асафа написать эти слова. Знаете, была опасность забыть пути Божии, была опасность уклониться в язычество, отвернуться от живого Бога и поклоняться изделию рук, как это делали все окружающие народы. Нужно было постоянно напоминать новому поколению, грядущему роду, следующему поколению, возвещая славу Господню и силу Его. Знаете, история и опыт, они всегда передавались старшим поколениям младшему. Всегда передавалось старшим младшему. Но интересное слово здесь употребляет псалмопевец, он говорит «не скроем». Что значит «скрыть»? Скрыть – это чтобы другой не знал, чтобы другой не видел, чтобы никто об этом не слыхал. Скрыть. Скрыть – это значит оставить только для себя. Сегодня мы говорим о наших детях и о наших внуках, братья и сестры. Как мы, родители, как мы, дедушки и бабушки, как мы, старшее поколение, можем скрыть от них? Сегодня мы понимаем, что для детей народа израильского в то время нужно было передать то, какую славу явил Господь, когда выводил народ израильский из Египта. Как нужно было показать для того, чтобы новое поколение не забыли Бога живого, не уклонились. А как мы в своей жизни можем скрыть, что наше новое поколение, наши дети и внуки тоже не будут знать, как служить Богу, и тоже будут уклоняться. Мое желание сегодня совершенно, может быть, оно противопоставляется этому месту Священного Писания, которое мы прочитали, другое место Священного Писания. Это Евангелие Матфея, 25 глава, 14 стих. Один стих мы прочитаем из этой притчи, которую Христос приводит для народа. 14 стих 25 главы Матфея. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Он поступит, как человек, который поручил имение свое. Знаете, очень своеобразное объяснение об этом, об итоге деятельности людей, об их способности пустить в оборот то, чем Бог наделил их. О способности людей пустить в оборот то, чем Бог дал, что Бог дал нам. Как и с каким усердием мы прославляем в своей жизни нашего Господа. Как мы можем прославить Его? Бог говорит, что Он, то есть Бог, Он судит как человек. Он поступит как человек. И Христос приводит эту притчу о рабах, которых призвал
Господин, уходя в дальнюю сторону. И он поручил им. Поручил им. Знаете, поручение, что такое поручение? Поручение – это определенное задание с возлагаемыми обязанностями. Определенное задание, которое дается человеку с возлагаемыми обязанностями. И знаете, здесь есть условия. Условия тогда, когда мы поручаем кому-то какое-то дело, то мы доверяем. Правда? Мы не дадим какому-то человеку или любому, кому мы хотим поручить что-то, если мы ему не доверяем. И мы знаем, что он не сделает. Но мы... Есть условия, и мы доверяем такому человеку. Знаете, в Слове Божьем мы находим много примеров, которые показывают нам на характеристику тех людей, которым было доверено. Если мы берем во внимание Авраама, который уже в старости, и Исаак, сын его, уже в возрасте, ему нужна была жена, ему нужна была спутница в жизни. И Авраам заботится об этом, но как ему сделать? И он посылает, мы читаем в Бытие, в 24 главе, 2 стихом написаны такие слова. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющую всем, что у него было». И он ему говорит то, что он должен был сделать. То есть этот человек, который был в доме Авраама, он, во-первых, был раб, он был старшим над всем и над всем домом, то, что Авраам поручил ему. То есть ему было доверено, ему было вверено все имение и имущество Авраама, и он был управляющим в доме. И Авраам посылает его, говорит, иди в дом отца моего, в родство мое, и привези девицу для сына моего. Мы видим, что Христос в своей молитве к Отцу Своему Небесному, Он обращается и говорит, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Христос говорит, «Имя Твое я прославил, и дело, которое Ты мне поручил исполнить, я его сделал. Ты поручил мне, и я исполнил это». Знаете, всякое то, что нам дается и то, что нам поручается, оно имеет определенные ценности. Как для этих рабов, которые в притче указаны и сказаны, что Господин призвал их, призвал рабов своих и поручил им ценности. Знаете, для нас, мы сегодня говорим о детях наших. Я думаю, для каждого из нас это ценность. Это ценность то, что Бог поручил нам и дал нам их на короткое время, на малое время. Да? Но интересно, что всякий раз тогда, когда мы какое-то дело даем поручение кому-либо, мы даем его посильное, потому что для каждого человека, может, с его интеллектом, с его знанием, с его возрастом, дается по силам поручение. И поэтому всякое поручение, оно дается в меру возможности для того, чтобы его можно было исполнить. И в расчете на выполнение мы, конечно, хотим видеть и результат. Результат для того, чтобы оно было исполнено, любое поручение, которое мы делаем. И поэтому всякое поручение, когда мы даем, мы как-то обуславливаемся и говорим, что для этого нужно время. И делаем, и поставляемся, оставим какое-то время. В притче говорится, что по долгом времени. То есть было дано достаточно времени для того, чтобы упустить в оборот те ценности, которые Господин поручил рабам своим. По долгом времени, да? Дано достаточно времени для того, чтобы любое дело, которое поручено, исполнить. Если мы смотрим в Евангелии, мы находим, что когда хозяин сада пришел и увидел, что на смоковнице нет плода, то управляющий, то есть тот, кто заботился об этом саде, он говорит, дай еще год, дай этой смоковнице еще год. То есть было отпущено еще время, 4 периода времени, зима, весна, лето, осень, может быть, принесет плод, может быть, еще будет. То есть на всякое дело всегда есть время. И Господь дает каждому время. Мы в Откровении читаем, что «я дал ей время покаяться», одной из церквей. «Я дал ей время покаяться». На производстве, в котором я работаю, я уже работаю 30 лет, и знаете, каждый участок, место, где я работаю, я уже знаю, сколько возьмет время для того, чтобы сделать его. И когда новый человек приходит, я поручаю ему это дело, я знаю, что
После этого времени нужно будет что-то делать. А он через 2 часа приходит, а я знаю, что это возьмет всего 20 минут, и он говорит, что еще не сделал, то падает доверие. Для всего есть определенное время для того, чтобы сделать его. Это поэтому тогда, когда мы даем какое-то поручение, то есть и справедливость требовать от того, кому мы дали и поручили, чтобы вовремя мог отчитаться. Потому что Господь сотворил нас для того, чтобы мы были послушными в руках Его. Потому что мы Его творение, созданные на добрые дела. Мы обеспечены всем. Обеспечены физически, умственно, духовно, для того, чтобы выполнить то поручение, которое Господь дает нам. Знаете, нам дано все. Мы часто говорим о талантах, и как-то, может быть, кто-то обуславливает это определенным направлением, пением, музыкой или еще что-то. Но я думаю, что то, что Бог дает в наши руки, да, по нашим способностям, это может быть жизнь наша, это может быть здоровье, мудрость, способности, знание Слова Божьего, участие в молитве, время, средства. Это наши дети, это все, что ценность представляет для нас каждого. И Господь дает нам это, и Он справедливо требует. Потому что перед Богом даст отчет каждый, каждый лично. Это не будет групповое, это не будет массовое, но это будет каждого лично. И поэтому каждый получил свои дары, каждый получил свое дело, и каждому будет направлен вопрос: а где ты? Бог не спрашивает у Евы: а где Адам? Он напрямую говорит: Адам, где ты? На каком месте ты находишься? Где ты? Потому что придет день отчета, и день отчета показывает, как исполнено дарованное и есть ли прибыль. Если для народа израильского нужно было передать следующему поколению и не скрыть о славе Божьей, о величии Божьей, о том, как Бог действовал и вел народ, то для нас с вами мы читаем в этой притче, что тот, который оказался ленивым и негодным рабом, Слово Божие говорит, что он пришел и сказал: я зарыл, я закопал то, что ты дал мне. Знаете, мы можем в своей жизни зарыть и закопать то, чем Бог наделил нас. Для того, чтобы передать новому поколению, как нужно служить Богу, чем нужно служить, и как я это делаю, и как это ты делаешь, мы должны показать новому поколению. Потому что на сегодня очень даже легко и очень даже просто не сказать ничего, не показать ничего и ничего не делать для того, чтобы новое поколение вышло из этой колеи, и они точно так же не будут ничего делать. Сегодня Господь каждому из нас говорит, чтобы я не скрыл, чтобы я не закопал, чтобы это не было потеряно. Для того, чтобы наше поколение, о котором мы молимся, оно продолжало эстафету жизни в Боге, чтобы они знали, как прославить Бога, как служить Ему. Сегодня есть возможность, и это слово обращается к нам, к родителям, чтобы помолиться, чтобы где-то выровнять свои пути, чтобы направить их Господу для нового поколения, показав пример. Аминь. Аминь. Помолимся.